В Одессе стартовала мастерская успешного врача. Это проект, ориентированный на семейных врачей, терапевтов и педиатров. Именно на этих специалистов при медреформе ложится огромная ответственность и большая часть функций. На первый тренинг приехали медики из других областей. Организаторы обещают постоянно проводить практические занятия. Проект создан с целью помочь этим врачам приобрести необходимые им знания, практические навыки, для того, чтобы они могли себя реализовать как успешные профессионалы в своей работе. Моя часть – это часть коммуникации. Мы будем с врачами говорить о том, как говорить, да, потому что семейный врач наблюдает пациента с рождения и до преклонного возраста. И мы все с вами понимаем, что необходимо искать подходы, и основы коммуникации в этой профессии важны как никакой другой.